Всем привет! Недавно ко мне в руки попал необычный газовый обогреватель, который чем-то напоминает инфракрасный – Nurgas NG308. На инфракрасный он похож своей теплоотражающей тарелкой. Вот только вместо тенов в центре тарелки находится газовая горелка и металлическая сетка, которая рассеивает тепло. Все это защищено решеткой. Диаметр тарелки 215 мм. А мощность обогревателя 1,5 кВт. Обогреватель накручивается на газовый вентиль со стандартной левой резьбой. Но есть свои нюансы. В некоторых вентилях есть внутренняя резьба, как, например, на примусах Intertool. На такой вентиль вы не сможете накрутить обогреватель. Ну и как обычно сделаем тест обогревателя. Тестировать будем в автомобиле с объемом кузова 5,5 кубометров. Дадим обогревателю полчаса и посмотрим, насколько он прогреет кузов. На улице минус 5,5 градусов. Перед тестированием взвешиваю баллон, чтобы узнать реальный расход газа. Сейчас он весит 4 килограмма 887 грамм. Разжигается обогреватель просто. Открываем вентиль и подносим зажигалку к горелке. Через пару минут металлическая сетка накаляется и начинает рассеивать тепло по направлению от тарелки. Обогреватель был направлен прямо на меня. По ощущениям, жарко стало моментально. Думаю, если надо быстро согреться, это идеальный вариант. Теперь жду полчаса. Сейчас температура минус 1,5 градуса. Через полчаса в кузове уже 6,5, то есть температура поднялась на 5 градусов. Хотел посмотреть, сколько же газа израсходовалось, но тут меня подвели весы, начали показывать какую-то белиберду. Пришлось повторить все заново, взвесив баллон на других весах. Сначала баллон весит 4 килограмма 830 грамм, а через полчаса работы стал весить 4 килограмма 775 грамм. Получается 55 грамм за полчаса, 110 грамм в час. Заявлено производителем, к слову, та же цифра. Металл после использования, естественно, потемнел, но только на самой сетке. Тарелка нагрев перенесла нормально. В целом, обогреватель напомнил мне старый спиральный камин из детства. Быстро разогревается и быстро согревает. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, подписывайтесь на канал. С вами был Серж, пока-пока.